Dragon Laura stealing my heart. Claudine Wolfie make me howl at the moon. And you're a finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Это я тут отлично провожу время на мрачном пляже. Конечно, и поработать пришлось хорошенько. У меня от этой уборки скоро рука отвалится. Ха, у меня уже отвалилась. Жуткая Мёрфи нас дурачит. Другие команды этим не занимаются. Летучие мыши. Это девчонки из Смоксноргской академии вампиров. Думают, они такие классные? А почему? Потому что высокие? Они 4 года побеждали на монстро-чемпионате. Это наши главные конкуренты. Они тоже мешали этот дурацкий суп в котле? Спокойно, девочки. Мы с Гулей придумали кое-что особенное. Хорошо бы, потому что эти смарксноргские снобы на все пойдут ради победы. На все! Но мы не все время работали. Нам и на пляже удалось поваляться, пока Клео с Гулей продумывали наше выступление. Гил! Не поможешь мне сделать этих пернатых в чудовищном поло? Я не могу. Да брось, пресноводный. Одна игра. Мы отличная команда. Сейчас не лучшее время. Ну, когда? Не знаю. Не хочу об этом говорить. Дружище, со мной ты всем можешь поделиться. Ну, этим не могу. Не хочу задеть твои чувства. На пляже было здорово, но нас ждут дела. Клео со своим творческим подходом и Гулия с ее знаниями прикладной физики придумали для нас идеальную программу. Выглядит запутанно. Вот именно, Гулия. Она научно разработана для победы. Осталось только все разучить. Эй, подружки, как делишки? Что тебе надо? Просто хотели пожелать вам удачи перед большим выступлением. Что-то еще? Это ваша программа? Да, просто потрясающе. У нас репетиция, так что увидимся позже, предатели. Приступим. Ой, хочу заснять все на свой айгробик, чтобы родителям показать. Начинаем с движения руками. Потом подключаем ноги и шаг назад. Все шло просто отлично. Привет, это я, Фрэнки. Ну, ваша дочка. Ну, я абсолютно уверена в нашем выступлении. Как вы смогли убедиться, мы просто порвем Смоксноргс! Ой, секундочку. Эй, Фрэнки, просто хотела сказать, что хоть я уже и не в команде, я от всей души желаю вам победы. Так мило с твоей стороны. Я заканчивала видеопослание родне. Собиралась отправить по электронной почте, но тут Wi-Fi не работает. О, знаешь, я могла бы за тебя отправить. Давай флешку. Спасибо, ты лучшая. Мам, пап, надо бежать. Увидимся. Пожелайте мне удачи. Хотите еще разок взглянуть на выступление школы монстров? Так и думала. Да, кстати, не стесняйтесь.